получил бланк. Иду делать ход развал. Заодно посмотрим, как будет вести себя задняя балка. Двадцатку? Да. Он получается пониже, чем штатная балка делает колеса. Mm-hmm. То есть я балку убрал, у меня сразу кузов чуть пониже присел. Пожестче, да, сейчас? Нет, мягче во много, конечно. Прям чувствуешь, как у тебя это с бордюрчика попа аккуратно съезжает. Вижу, зрителя. Вот. Это у нас, это развал, это схождение. Ну тут надо потом будет обязательно вот их протянуть, потому что их гнет, как мне сказал производитель. Что, вот эти места гнет? Да, вот именно резьбу гнет. И мы приехали помочь его покопать. Заодно посмотрим, на что способна спаржа на трассе. Вон народ подтягивается. Эпичное начало, да? Достаточно хорошо держит липучка на льду, я думал вообще не будет держака. На самом деле она довольно-таки хорошо цепляет, так что можно спокойно брать и липучку на зиму, ни о чем не волноваться. Thank you.
тем самым, как выглядит Infiniti без мотора. Жуткое зрелище. Вроде как на нормальных дисках. Какие-то гайки у него даже прикольные. Синюшный металлик. 20-е. В общем, пригнал спаржу я к Сереге в гараж. Будем делать выхлоп. То есть будет у меня полностью новый выхлоп из нержавейки. Стоять два пламя-гасителя Fox, гофра. Начинаться он будет все. Вон Серега, кстати, ходит. Ты куда? На, понятно, пасать пошел. Делаем выхлоп из нержавейки. Будет выводиться он у меня в центр. То есть он просто дать обычный раздвоенный выхлоп в обход места под запаску этого тазика. По наружной части, где идет бампер, будет соединяться в одну. Ну, как-то так примерно объяснил, наверное, через жопу. Ну, надеюсь, вы поняли. Приложу картинку примерно, как это все будет выглядеть. Как, точнее, хочу, чтобы это выглядело. Только еще не хватает утиного хвоста. Ладно, надо ехать домой. Надо будет завтра сюда еще раз приехать, привезти силиконовых патрубков, потому что штатные, которые мы устанавливали в сервисе 2 года назад, они пришли не в годность. Валяются у меня дома парочку патрубков для радиатора. Надо будет еще купить патрубки охлаждения для печки, в общем. Все силикон, потому что реально вот эти обычные резиновые, они ни хрена не держат. Буквально вот реально 2 года они отслужили и все. И пришел им пипец. Также еще поговорили. Думаю, наверное, все-таки что-то сделать с этим мотором. Наверное, поставить дросселя и какой-нибудь вал прикольненький там. Не знаю, что-нибудь еще подмастрячить. Потому что на штатном моторе с блокировкой дифференциала как-то, ну, не в кайф особо будет ездить по лету. Тем более, раз мы строим гонку, надо что-то замутить интересное. Кстати, кому надо, продам пропуканный паук. Отслужил верой и правдой. Бедная 11-я, вся убитая. В говень просто. Сдираем все, что можно содрать. Забрал себе пару ништяков. Даже плесень есть. Самое что интересно, на ней возили щебенку. Эта машина эксплуатировалась по полной программе. Что даже до сих пор осталась щебенка. Вон, тут даже щебенка есть. Она труп, просто труп вообще. Всякую мелочевку с нее сдираю сейчас. Тут вообще вырвут замок просто. Можно проверить колеса. Получается, порезали паук от девятки. Все-таки не подошел немного. Прям родился из-под машины сейчас. Вот такой комплект силикона я купил. Для радиатора. И будем ставить заодно вот такой маслоуловитель. Ну и тросик сцепления. Вот так сейчас выглядит у меня мотор. Почти все разобрано. Будем менять все вот это добро. Все патрубки на силиконовые. Также заодно все почистим. То, что сралось в масле. Выхлоп Серега, пока я им не занимался, к сожалению. Но сейчас обещает вроде на днях все сделать быстро-быстро. Че, бум, нужно ждать. Единственное, просто вот сапун бежит. Вот, смотрите, я весь. Ну, уже весь полупался. Да. Ну, в принципе, за 2 года это вполне реально. Видишь, он у тебя все мокрый. Ну. И сальников у тебя давит. Только непонятно, с какого сверху, с нижнего, мотор весь мокрый. Да, он постоянно их выдавливает. Как владею, так и борюсь с этим. Просто надо снять клапанную крышку, и здесь есть сепараторы. Сепараторы поменять, и все начнется нормально. Угу. Здесь из-за этого косяк есть. Вот этот, говорит, убрать надо. Непонятно что. Вот тут все на герметике. Угу. Ну да, даже просто в конце концов хомуты китайские стоят.
знаешь, они сикость-накость все. Ну. Вот если норма стоит, вон он, норма, видишь, он мощность хорошая, четкость. А это такой какой-то. Ну, то есть не протягиваются, не раскручиваются и так далее. Халтурили, в общем. Ну, они сюда просто у тебя не лезли, видимо. Они вот поменяли, просто оставили это, что было у тебя. И поменяли то, что непосредственно нужно было. Вот получается в гараже 66 стоит Серегин Двинарь. С немного подушатанной мордой. Чуваки приехали на семерке. Вон тут Infiniti стоит без мотора. Сегин Иж, который ждет лета. Там стоит на разбор 11-я бирюзового цвета. И драговая 10-ка красного цвета. Идет снежок. Вроде как-то красиво, атмосферно. Цыганщина поперла просто вообще.